Налог на недвижимость. В этом году он, так понимаю, не изменился, но все время с прошлого года еще до следующего, еще 4 года назад слышали все время слухи, что он будет подниматься. Что, какие там новости по этому поводу? Уже год за годом мы как бы загнали себе в том пике еще в предыдущем парламенте с кадастрами, с так сказать, с ставками на недвижимость. Там. И сейчас я вот слушал на прошлой неделе в юридической комиссии. Говорят, чиновники говорят, там показывают там слайды. Там тот район, такой район, там такая стоимость, такая рыночная стоимость. Какая сейчас рыночная стоимость? Сейчас рынка вообще нет. Рынок умер. И я вижу, как это все будет развиваться. Опять отодвинут, потому что народ не готов сейчас еще больше платить. Наоборот, наша программа была какая? Отменить налог на недвижимость. Я 100 раз повторяю, в Эстонии есть налог на недвижимость только на земли. На здание такого налога нет. Эстония собирает 50 миллионов по всей стране, мы собираем 200 миллионов. То есть, у меня вопрос такой, это разница 150 миллионов, которую мы собираем больше, чем Эстония. Кто бы ее лучше потратил? Тирсис в Риге или каждый житель своего дома, который бы оставил у себя эти деньги, купил бы новые окна, новую там кухню поставил или новый там умывальник. Кто экономнее это сделает? Или город Рига? Да, ну,